И о спорте. Доктор технических наук стал победителем шахматного чемпионата Молдовы среди ветеранов. 66-летний инженер-конструктор Александр Кирпий 5 лет шел к золотой медали. А вот бухгалтер Марина Шереметьева завоевала свое первое чемпионство после 15-летнего перерыва. Шахматный стол объединил представителей различных профессий. В этом году борьбу за медали ветеранского чемпионата Молдовы вели полицейские, бухгалтеры и конструкторы. Так, доктор технических наук Александр Кирпий завоевал золото в категории свыше 65 лет. 66-летний конструктор в 7 турах набрал 5,5 очка и стал чемпионом впервые за 5 последних лет. Я доктор наук в строительстве, и поэтому не всегда хватает времени. Сейчас вы знаете, какой бум по строительству в республике. И поэтому не всегда хватает времени заняться шахматами. Но я очень благодарен нашему президенту страны Игорю Николаевичу Додону. И он совместно является и президентом Федерации шахмат. Благодаря ему мне удалось побывать на 3 чемпионатах мира, в том числе в Литве, в Австрии. Вот. И сейчас, может быть, я неплохо сыграл, потому что буквально месяц назад я участвовал в чемпионате мира в Бухаресте. И там сыграл неплохо, ну, потренировался, поэтому были силы. Как бы. Но самое главное, я хочу сказать, что все-таки, как везде, как в политике, как в строительстве, как в шахматах, должно быть везение. И вот мне на этом турнире немножко повезло. А вот бухгалтер, международный гроссмейстер Марина Шереметьева, когда-то выступавшая за олимпийскую сборную Молдовы, 15 лет не участвовала в турнирах. Но столь длительный перерыв на ее мастерстве не сказался. Шереметьева стала лучшей среди 50-летних шахматисток, набрав в 7 турах 4,5 очка. Так получилось, что лет 15 назад я прекратила играть в шахматы, потому что выбрала рабочую карьеру, так сказать, в то время. Для меня это было важнее. А сейчас почему-то мне очень захотелось еще попробовать. Пока что тяжеловато, но подумываю, надо тренироваться. Без тренировок ничего не получается. Профессиональный тренер Богдан Павленко в ветеранских турнирах участвует регулярно, а в этом году второй раз кряду завоевал звание чемпиона в категории свыше 50 лет. На его счету 5 очков из 7. Мне помогает сохранять чемпионство 50 лет занятия с моими учениками. Я занимаюсь с ними и, соответственно, расту сам вместе с ними. Вот у меня ученица есть, Аня Петриченко, которая была в прошлом году, позапрошлом году чемпионка. В этом году в ветеранском чемпионате Молдовы выступило 30 шахматистов. С каждым годом у нас все больше участников. Прекрасную игру показала международный гроссмейстер Марина Шереметьева, которая долгие годы выступала за сборную Молдовы на всемирных олимпиадах. В целом турнир удался. В марте шахматная сборная Молдовы отправится на чемпионат мира среди ветеранов. Первенство планеты пройдет в Чехии.